Здорово, народ, вы на канале Миклуха Макфлай. Мы сегодня на фестивале исторической реконструкции Русборг, но не просто так, мы здесь отвечаем за таверну. Ну, то есть я хожу видосы снимаю, вот, а еще мы есть готовим. Моя непосредственная задача — это рубить дрова. Но сейчас не об этом, сейчас хочу вам показать, как приготовить сразу 100 килограмм плова, вот. Мы сегодня уже приготовили 300 килограмм, но сейчас очередная закладка плова. Давайте расскажу и покажу, как же накормить 7000 человек. Поехали. Давай еще, Вал. Давай еще, и для здоровья. Давай. Ускорение процесса сало вытопили раньше. По-хорошему надо топить сало здесь, но идет фестиваль, времени нет, жир уже вытоплен. Килограмм риса, килограмм морковки. Все, идем к одному. Thank you.
место есть.